Всем привет, меня зовут Николай Попов, и я снова нахожусь в своем родном городе Новошахтинске. Сегодня буду снимать новый ролик вот в таком образе. Для тех, кто не знает, я купил самый дорогой реалистичный костюм из мышц, который стоит 47 тысяч рублей. И в таком виде я буду подходить к жителям города Новошахтинска и играть им на гитаре. Вначале я буду притворяться новичком, а потом буду играть как профессионал. Стик, качайтесь. На гитаре не хотите? Не хотите, я вам на гитаре сыграю? Что именно? Какую-нибудь песенку? Да я не знаю. Ну скажите, во-первых, как я вот по форме? Шикарно. Шикарно, да? Вот, я тоже хожу, кстати, заниматься каждый день. И, да? Да, поэтому у меня такая форма. А что снимаете? Я снимаю блог на YouTube, да, я ютубер. Я гитарный блогер, я как бы не качковый блогер. Я гитарный блогер, это как бы между делом, я как бы накачался. А, ну, могу сыграть на гитару, оцените. Так, ну ладно, давай «Пираты Карибского моря». Так, сейчас. Нормально? Не, нормально, давай сыграем, но я же знаю, что можешь. Где-то видел такое? Не, конечно. Сейчас Каподарс надену, может, лучше сыграю. Нормально? Шикарно. Лучше сейчас? Шикарно. С Каподарсом лучше? Да. А вот так? Какой вариант был лучше всего? Третий. Третий. Ну, первый тоже зачет. Сейчас еще одну песенку сыграю, так, для разнообразия. Я повторю, на турнике делать, ты бы сыграл нормально. А может, пойдешь на турник? Что делать? Какие-нибудь трюки? Я вижу, ты тоже подкачан, хорошо. Давай. Под музыку. Нормально? Круто, круто. Почему музыка закончилась? Я только начал, блядь. Да я уже сыграл. Друзья, если хотите вы быстро научиться играть на гитаре, а главное правильно, то переходите по ссылке в описании, либо в закрепленном комментарии и обучайтесь по моим видеоурокам сразу правильно и без ошибок. Мой курс подходит как для новичков, так и для тех, кто уже умеет что-то играть, либо играл когда-то давно, но чувствует, что делает какие-то ошибки. Ссылка в описании. Привет, 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 привет. Я гитарный блогер, хочу вам сыграть на гитаре. Как вы, хотите поучаствовать немножко? Знаете Smells Like Teen Spirit, такую песню? Нет. Нирвана. О, ну да. Сейчас я попробую ее сыграть. Как вам? Никак. Как никак? Не очень? Плохо. А можно я, вот я обычно привык играть без рубашки, мне так удобнее играть. Я сниму, должно получиться лучше. Обычно без нее у меня лучше получается. Как? Без рубашки получше, да? Да. Ну вот,
Я хожу, кстати, в наш местный спортзал, качаюсь. Я вижу. Так что как вам мое телосложение вообще в целом? Что лучше, телосложение или моя игра? Что лучше? Игра. Игра лучше, да? Да. Ну ладно, все, спасибо там за реакцию. Пока, брат. Все, пока. Кстати, в последнее время вы стали ставить мне очень мало лайков, поэтому попрошу поставить лайк и подписаться на канал, для того, чтобы выходили чаще такие ролики. Сейчас идем в магазин одежды, подберем мне костюм, какую-нибудь маечку новую, чтобы не в одной рубашке ходить. Здравствуйте, а консультант есть? Консультант. Нам не нужно подобрать вот костюмчик вот к вот этому виду. Какую-нибудь маечку. И, кстати, на гитаре еще могу сыграть. Да, вот парню что-то подсказать. Да, вот какую-нибудь такую футболочку такую, чтобы красиво смотрелось. Чтобы вообще налезло на вот этот костюм. Точнее, не на костюм, на мое настоящее тело. А она налезет, у меня такой размер просто, видите, что... Не знаю вообще. Да я думаю, налезет, должна быть. Ну, я понял. Ну, скорее всего, нет, да, размера тогда такого? Тут у нас нужен самый большой. Что-то не нашли на мой размер. Да. Хотите, я вам сыграю на гитаре? Я гитарный блогер, на самом деле. Это вы кожа ваша, да? Да. Нет, все равно, да ну нет, не может быть, можно? Не, ну можно. Не позже это, блин, я думала, ни хрена себе. Можно одну песенку сыграю вам? Да не надо, он выгонят сейчас. Майка вот такая не подойдет, Янчик? Да вот не знаю, может быть, подойдет. Просто лучшего ничего нету у меня. Нормально? Да. А что, я лучше играю или внешний вид мой? Играете. Все, спасибо. Талант это талант. Так. Так, сколько она стоит? 500, да? Ну давайте попробуем примерить, в чем бы нет. Как? Нормально выглядит шар штук. Ну давайте возьму, по чем бы нет. Так, сейчас мы заходим в местный барбершоп. Как он называется, кстати? Бурилов. Сейчас мы заходим в барбершоп, называется Бурилов. Посмотрим на реакцию продавца. Ой, продавца, что я не слышу. На реакцию барбера. Здравствуйте. Добрый день. Могу я вам на гитаре сыграть? Конечно. На гитаре сыграть. Я очень крутой гитарист, профессиональный. На ютубе снимаю ролики. Как зовут? Меня зовут Николай. Приятно познакомиться, меня Григорий. Приятно познакомиться. Я сыграю вам песню, называется GTA San Andreas. Знаете саундтрек? Конечно. Брат, играть начинаем? Как вам? Я уже сыграл. Отлично. Ну, для профессионального уровня, я думаю, это стоящая тема. Стоящая. Ну, я один из лучших гитаристов не то, что Новошахтинска, а всей России. Да. Даже, можно сказать, мира. Вот. Бомба вообще. Нормально, да? Огонь. Может, еще раз сыграть? Ну, можно что-нибудь, я думаю. Есть вариант такой, да, давай что-нибудь. Ну, говорят, я лучше играю, когда без майки. Давай. Могу я снять? Говорят, что лучше получается. Садить, можете помочь. Так, еще раз, GTA San Andreas.
сейчас вообще лучше, да, было? Или нет, или так же? Ну, не сильно отличается, чем от того, как. У меня бомба вообще. Сколько лет играешь уже? Я играю 22 года. 22 года? 22 года, да. А, кстати, что, я еще спрашиваю, вот мой внешний вид лучший или я играю на гитаре, что лучше? Блин, я думаю, спортзал Манго вообще сделает вещи на самом деле для людей, да, машины. Как у вас называется барбершоп? Буримов. Буримов. Под моей фамилией. Буримов? Да, Буримов. Буримов. Так что, друзья, приходим в барбершоп Буримов, стрижемся, если хотите такую же стрижку, как у меня, либо вот такую, либо какую-то еще любую стрижку. Приходите в город Новошахтинск, барбершоп Буримов. Базарная, 19. Да. Ну, я один из лучших гитаристов, не то что Новошахтинска, а всей России, даже можно сказать мира. Так, сегодня занимаемся на турниках. Чтобы достичь такого тела, нужно подтягиваться минимум 5 раз на турнике. 5 раз. Тогда будет рельеф, как у меня. Так, и масса, как у меня. Вот, 5 раз есть, все, теперь. И так нужно каждый день делать, каждый день. И будет, как у меня, телосложение. Здравствуйте, не хотите, я вам на гитаре сыграю, я вот тут ролики снимаю. Да, пожалуйста, ради бога. Сыграю на гитаре, может, оцените, как я хорошо играю, или не особо. Попробуй. Мурку знаете? А это что, кинокамеры работают? Ну да, я ролики снимаю. А-а-а. Ничего страшного? Ради бога. Так, я... Мурка? Мурку, да. Как вам? Не уверена. Не уверена? Не уверена. А можно я сниму рубашку, а то мне, может, мне так удобнее. А что, так без рубашки удобнее будет, что ли? Конечно, да, я просто привык, я качаюсь, и мне удобнее без рубашки. Да ради бога. Может, получится. Знаешь, еще такая пословица есть, хорошему танцору там что-то мешает. Ну да, может, и обычно лучше получается. Не, ну сейчас не очень, я тебе скажу. Ну, сейчас попробуем. Совсем грубый вид. Сейчас лучше, значительно. Сейчас лучше, да? Лучше, лучше, значительно, да. Ну, получается, проблема в рубашке? Наверное, да. Ну все, спасибо. Вот без рубашки лучше. Конечно. Вот. Вот, кстати, встретили до парня, у которого очень накачанное тело. Сравним разницу. Сравним разницу. Кто будет больше? Так, вот, смотрите, реальное тело от искусственного. Напишите, кстати, в комментариях, какое тело вам нравится больше, такое либо такое. Вот. Оцените, да, качество. Нет, блядь. Конечно, блядь. Не сравнится, да? Сейчас я тоже так стану, смотрите. Все. Все, вот, все. Пишите в комментариях, какое тело вам понравилось больше. Девчонки, привет. Хотите на гитаре вам сыграю? Я ютуб-блогер. Мы тут подходим к людям, играем. Демонстрируем, как я хорошо играю. А вы оцените мой уровень игры. Как вам? Бомба. На самом деле ожидалось большего. Классно играете. Хорошо, да? Угу. Точно? Да, да, 100%. Давайте еще раз попробую. Давай. Thank you.
Как вам? Какая больше понравилась? Вторая. Вторая. Точно лучше вторая? Угу. А как вам мой внешний вид в целом? Прекрасно. А что, я лучше играю или выгляжу? Играете. Играю лучше, угу. Да? Ну все, спасибо. Пожалуйста. Все. Давайте кузнечика сыграю по-простому. Кузнечик, как тебе? Нормально? Нормально. Точно? Точно. А если так? Ну, так намного лучше. Так лучше. Второй вариант был лучше. Mm-hmm. Ну все, круто, круто. А как мой внешний вид? Зачет. Привет, мужики. Хотите, я сыграю вам на гитаре? Я гитарист, гитарный блогер на ютубе. Хотел бы вам сыграть на гитаре, чтобы оценили мою игру. А? Конечно, качаюсь. Да, да, да. Вон спортзал, там манго находится, туда хожу. Вот. Так, есть какие-то предпочтения или нет? Сектор газа. Сектор газа. Ну давайте, ладно, свою песню сыграю, на свое усмотрение. Так. Как вам? Мелодия нормальная. Мне неплохо, да. Нормально? Да. Точно хорошо? Мелодия нормальная. А ты прям хорошо сыграл. А ты сыграть лучше можешь? Я не умею. Понравилось он, да? Мелодия прикольная. Ну вообще, слушай, на любителя. А если так вот сыграю? Лучше или нет? Или так же? Прикольнее. Я любитель вообще. Главное, что ты это делаешь сам. Да. А остальное вообще, правда, не важно. Ну давайте еще раз третий вариант. Стараешься? Давай, хорошо, давай. Какой вариант был лучше? Первый. Нормально, главное, что ты это делаешь сам. Все. Ну спасибо. Ну так какой вариант был лучше? Третий. Сейчас мы покажем, как снимать костюм. Частично как снимать. Насколько... Посмотрите, как пот сливается. Вот, видите, насколько это тяжело. Насколько в нем жарко находиться. Это я еще снизу не показывал. Снизу там вообще ручьем потечет. Но я не хочу сейчас штаны себе замазать, поэтому дома сниму. Ну я один из лучших гитаристов. Не то, что Новошахтинска, а всей России. Даже можно сказать, мира.